Где получить дополнительный доход? Добавляйтесь, я расскажу. Если вам интересна тема цветы, то сейчас самое время задуматься о заказе саженцев. Заказ можно дать еще до 10 июня. Выбираем саженцы, которые в отличном спросе в осенний период. Например, цикламен. Цена его в прайсе сейчас 27 гривен. В продаже оптом он будет не менее 40 и 55 гривен в розницу. Таким образом, с одной кассеты 100 штук мы получим доход 1500 гривен. Я в сезон продавала до 30 таких кассет, 3000 штук. Заказываем саженцы сейчас и предлагаем на реализацию. Собираем предварительные заказы за летний период. На руки саженцы получим в сентябре, и вам останется только отправить их вашим потенциальным клиентам. Большая часть оплаты производится перед поставкой, то есть за летний период у вас уже будет сумма, которой вы расплатитесь при получении саженцев в сентябре, благодаря вашим предварительным продажам. Война внесла корректировку в мою жизнь. Я потеряла свой бизнес, сейчас помогаю вам организовать свой. В общем, если эта тема интересна, добавляйтесь. Обучаю, как правильно получить доход на растениях, что пользуется спросом, когда что успеть купить и самое главное, как продавать эффективно. Как легко получить доход со своего цветочного хобби? Переходи на мое фото, там на вкладку «Трансляции». Нажимай на «Трансляции» и забирай бесплатные уроки, как это сделать легко и просто. Очень много полезного материала для вас. Благодарю за подписку.